Привет, друзья! С вами Фигинг, канал Фигакс, очередная серия наших приключений в игрушке Battletech с модом RogueTech. И сегодня мы будем пытаться выбираться из той ситуации, в которую я загнал себя в прошлый раз. А что из этого получилось? Ну, посмотрим, что из этого получилось. А еще сегодня, вместо того, чтобы какой-то исторический экскурс проводить, я просто отвечу на один вопрос, который задал в прошлом видео один из наших подписчиков. Ладно, надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Ну, в общем, всего хорошего, как говорится. Пишите, давайте общаться. Вот, погнали! Ну что, друзья, сегодня на самом деле у нас не будет обзора мехов, там, обзора планет и прочих-прочих вещей. Почему? Потому что есть у меня идея попробовать вынести обзоры мехов в отдельные короткие видео. Я, по крайней мере, пытаюсь сейчас это сделать. Ну вот. Почему не факт, что это у меня получится? Да потому что я просто в монтаж видео нормально не умею, да? То есть если у меня вроде как неплохо, более-менее с бла-бла и осознанием вселенной, ну, по крайней мере, от знания вселенной вас точно совершенно не тошнит, да, претензий на тему того, что я несу полную хрень и ересь, пока еще не было. Вот. Но, тем не менее, в видеомонтаж нормальную красивую картинку я, к сожалению, не могу, но вот очень хочу попробовать. Я думаю, эксперимент мы сделаем, пойдем, зайдет или не зайдет. Вот. А вот сейчас я в такую теме хотел обратиться, да, в комментариях к нашему прошлому видео наш подписчик Никитонг написал примерно такую штуку. Алексей, есть желание увидеть небольшой ролик про отсылки или как это еще называется, к реальным странам. Ну, то есть, какие фракции из каких стран писались. Яркий пример: Синдикат Дракона явно списывался с Японии. К русским я бы, наверное, отнес уроженцев Тихонова и, пожалуй, Клан Волка. Понятно, что это всего лишь параллели, а не прямое тождество. И, в общем, да, вопрос совершенно понятен, да, давайте мы сейчас быстренько по нему пройдемся. Значит, да, действительно, Синдикат Дракона писался целиком и полностью с японской культуры, здесь вопросов вообще никаких нет. Вот, несмотря на это, да, опять же, вот эти вот здоровые, огромные галактического масштаба бандформирования под названием государство-наследники, они же Successor States, да, у них есть какой-то вот определенный архетип, вот, но все вот эти вот государства, они мультинациональные. Есть где-то некая корневая раса, скажем так, да, вот некий корневой регион, например, как у Синдиката Дракона или у Свободной Республики Расалхак. Вот, но жители, скажем так, с разных частей нашей планетки, да, там живет достаточно. Синдикат Дракона там, естественно, да, там, естественно, сильные японские традиции. Дом Девианов, там основные застрельщики, скажем так, это англоамериканцы, если можно так сказать. Второй государственный язык у них французский, ну, в общем, это Америка и там кусочки Европы. Штайнеры. Там титульная раса, если так можно выразиться. Господи, надеюсь, меня за расизм-то не забанят. Вот. Ну, потому что там основная, скажем так, основные застрельщики — это немцы. Очень много тоже других европейцев, очень много шотландцев и других представителей, скажем так, вот этого британского архипелага, кроме самих англичан. Да, потому что англичане больше девионовцы. Кто у нас там еще есть? Свободная Республика Расалхак. Это, конечно, не Successor States, но тоже одно из таких вот больших государств, на которое в свое время очень сильно натерпелось от Синдиката Дракона. Соответственно, это скандинавы. Да, такой вот большой конклав космических скандинавов. Вот о Айрнфолке мы рассказывали, да, собственно говоря, это ребята из Свободной Республики Расалхак, которые свалили, просто сбежали после оккупации Расалхага Синдикатом Дракон. Вот, да, то есть вот Расалхак там в основном скандинавы. Но опять же, кто такие скандинавы? Да, это датчане, это норвежцы, это шведы. Вот это исландцы. Вот, их там всячески полно. Так, про Штайнера рассказали. Кто у нас еще? Марик. Марик — это Лига Свободных Веров. Что там у них? У них в основном Центральная и Восточная Азия. Да, это всякие вьетнамцы, тайландцы, тайцы, простите, вот это вот все, да, вот кроме Китая. Потому что Китай и внезапно Россия, она же СССР, вот, это Дом Ляо,
конфедерация Капеллы. Соответственно, да, там первый государственный язык — это китайский, но там две разновидности, да, мандаринский и кантонский, по-моему, если я ничего не путаю, а третий язык, ну, считайте, что второй, это русский. Спецслужбы конфедерации Капелла называются «Маскировка», вот так транслитом и пишется «Маскировка». Вот. Такие дела, кого еще забыл? Давайте сейчас быстренько проверю, кого еще забыл из государств-наследников там упомянуть. Вот. По-моему, я уже по всем прошелся. Сейчас мы глянем. Так, Девиан Курита Ляо Марик Штайнер. Да, по всем проехались. По поводу Тихонова. С Тихоновым все не так просто. Да, конечно, русские там были, но в основном вот планета Тихонов, которая имела название континентов очень классно, очень знакомые нам, континенты на этой планете назывались Казань, Краснодар, Псков и Уфа. Четыре континента с таким классным названием. Вот. Там, тем не менее, жили в основном выходцы из Азии, из Центральной Азии и из Средней Азии, да, и из Восточной Азии. Вот. Планету назвали в честь Олега Тихонова, советского премьер-министра, ну, не существовавшего в реальности, существовавшего в вселенной Баттлтека, который был убит наемным убийцей. Вот. По поводу кланов. Кланы — это вообще, да, то есть как бы не стоит приписывать клану Волка там какую-то пророссийскую, не знаю, там, позицию или еще что-то. Кланы, они вообще абсолютно аполитичное образование, они абсолютно не привязаны ни к какой расе, ни к чему, да, то есть кланы — это просто, да, вот в свое время, когда Александр Керенский свалил к чертовой матери, собрав с собой остатки Звездной Лиги, когда он добровольно свалил в изгнание, вот, в итоге было построено новое общество в мирах Пентагона, потом там куча всего интересного произошло. Есть вот пара книжек интересных, про это можно почитать. Блин, опять же, не помню, как они называются. Ладно, не суть важно, я попробую скинуть в комментариях к этому видео название. Вот. Соответственно, сын Александра Керенского, Николай Керенский, просто создал 20 кланов, просто поделив псевдослучайным образом лучших бойцов, лучших воинов, которые от сил обороны Звездной Лиги остались. И там на 20 частей он поделил оставшихся людей, да, там, по-моему, их было по двое. Если я ничего не путаю, да, по-моему, по два человека в каждом клане, да, то есть, которые, соответственно, стали ханом и саханом каждого клана. И они дальше уже там себе, да, то есть, как бы набирали бойцов, развивали вот эту вот тему. Вот, то есть кланы создал человек с русской фамилией, кланы создал человек, скажем так, с русской родословной, с русским происхождением, но сами кланы, они вообще, да, то есть как бы никак, ни по территориальному, там, не знаю, ни по расовому, ни по языковому признаку не делились вообще. Вот, просто так совпало. Вот. Ладно, надеюсь, на вопрос ответил, надеюсь, было интересно. Опять же, ребят, если есть какие-то интересы, да, то есть интересно, да, если есть вообще какие-то вопросы по вселенной, потому как она устроена, там еще что-то, не стесняйтесь задавать их в комментариях, и я с удовольствием прокомментирую, поделюсь, скажем так, тем, чем знаю. Вот, чем не знаю, ну, посмотрим, да, поищем вместе с вами разные источники, попробуем ответ на эти вопросы найти. Вот, такие дела. Теперь у нас другая, правда, задачка, да, нам бы теперь каким-нибудь макаром да выбраться из той задницы, в которую я сам себя вогнал. Значит, смотрите, 568 тысяч у нас осталось, 326 тысяч денежек мне нужно будет заплатить в конце месяца. И требушет, который получил неиллюзорных тринжулей, 11 дней у меня будет ремонтироваться. Зайдем сейчас в бараки, посмотрим, можно ли там кому-нибудь качнуть скиллы. Я уже вижу, что можно. Нашему главному качнуть ганнери. Это самое главное. Так, фон Кобра, Туск. О, Кракену можно скачнуть ганнери еще. Так, и Апекс. Ничего, качнуть нельзя. И, в общем, ладно, и шут быстрее.
Главное, у нас еще вот Кракен, который у нас есть на том трибушете, который с химическими лазерами и рокет-ланчерами. Ну, в общем, он будет стрелять из них еще точнее. Ладно, проматываем вот эти вот несчастные 11 дней. Надеемся, что... Подождите, мне нужно посмотреть в команд-центре, будут ли у нас здесь какие-то задания, которые я смогу сделать. Мне сейчас нужно будет сделать задание на бабло, и у нас здесь дофига всего на самом деле на Yarnfolk, что я могу сделать, и, скорее всего, я буду делать Letter of Marquee и полностью все упарывать в бабосы. Здесь, да, local government battalion, so action and circulation war with no prospect of funds become common criminals. Вот, да. Скорее всего, здесь должно будет быть несложно, и денежки я вот эти вот сгребу, и пару месяцев еще как-то проживу. Вот, с магазинами, как мы помним, здесь все плохо, из оружия можно закупать только культиваторы какие-то, и то их здесь, именно конкретно на этой планете, нет. Вот, все, мотаем. Дни, что у нас? Фон Кобра просит разрешения соревноваться в соревнованиях на выносливость. Отправим его туда, посмотрим, что случится. Да, парень получает трейд атлетик, то есть он устает на меньшее количество времени. Вот, и на 30 дней у него высокий боевой дух, что, в принципе, нам пригодится. Так, давайте-ка мы еще зайдем в бараки, да, в мехбэй, посмотрим, что у нас там. У нас еще мангустик же есть, да, локуст и мангуст, боже мой, как мне хочется избавиться от таких мехов. Но менять, как мы помним, да, их особо не на что. У меня есть кусочки цикады, кусочки ханчбэк, все остальное дерьмо, которое я собрал, я продал, потому что, ну, денежки нужны были, да, и, в принципе, собирать там ничего не хочется. А вот ханч я бы собрал, да, ханч я бы собрал любого, вот, окей, ладно. Пусть у нас будет страшная СП пока с глючащими, с абсолютно жестко глючащими вот этими вот текстурками расположения стволов. Вот, мангуст, слава богу, все нормально. Ладно, доматываем, доматываем. 6 дней еще осталось. 5, 4, 3, 2... Нет, не 2. А, это сейчас пересчитывается карта, похоже. Глобальная, да, возможно, сейчас еще и задание поменяется. Все, все готово. Давайте пойдем в Command Center, посмотрим, осталось здесь еще. Да, Letter of Marquee еще осталось. Highland Biome. Будут горы сейчас. Буераки, реки, раки и прочая такая вот фигня. Хорошо, давайте будем выбрасываться. Полностью в бабло я сейчас упарюсь. Да, и чертов экстремал, мне нужно бабло, чтобы, да, жить дальше. Так, Кракен у нас на СП, правильно, Туск у нас на Эснов трибушете, соответственно, Фон Кобра, Апекс у нас на легких мехах. Будет тяжело, да, потому что Муленс оценивается в пол Шеврона, и на полтора у нас миссия. Соответствующее предупреждение получим, и его, естественно, проигнорируем. Поехали высаживаться. Так, ну что, ворвемся, пожалуй, прямо в эпицентр битвы! Приземляемся. We can use the forest to our advantage. Так, destroy enemy units. Возможно, все будет просто, возможно, все будет просто. 4 на 4, но это не точно. Вбежим, посмотрим, пока никого не видим. Ландшафт здесь сложный. Вот это вот немножечко смущает. Так, вторым у нас ходит Фон Кобра. Ой! Мама! Мама, куча врага! В спине у нас, смотрите-ка. Оуэн здесь и Хунчбацк. А, простите, Хунчбэк. А, ничего, мы про них не знаем, но с бронькой у них все хреново. Я не понимаю, подкрепление это или нет. Или это основные силы? Про подкрепление пока еще ничего не говорится. Да, забавненько, зазваненько нас заспавнило. Так, теперь ходит противник. Давайте посмотрим, откуда он придет и придет ли он вообще. Да, придет. Прекрасно, есть здесь подкрепление. Отстреливается Валькирия. Полок 100, кто-то сейчас еще из противника зайдет. Короче, надо убегать сюда, выносить тех, кто у нас в спине, потом разворачиваться и идти долбать тех, кто у нас там, как это, с лица. Оу, шит. Угу.
Давайте ворвем сейчас просто, да, то есть как бы загоним сейчас в лесочек нашего СП, камешком защитимся от тем, кто у нас в спине, и попробуем накинуть с обеих лазеров по Овенсу. По Ханчу, естественно, ни черта не получится хорошего. 14% на попасть, огонь, мимо, ну, естественно, да, естественно, но... Ладно, сейчас у нас наркоманский конфиг этого самого побежит. Так, Ханч. Ханч, по-моему, с большой автопушкой. К счастью, автопушка мажет. Окей. А попробуем его сейчас наказать и сделать так, чтобы автопушка больше никогда не стреляла в этой жизни. Попробуем ворваться. Просто ворваться. Плохо я делаю, конечно. Плохо. Здесь у нас еще ВАСП 20-тонный. Четыре медака. Из них попадает только один. Ну, не любят нас рандом. Вот. И еще спайдер выбегает. Вышел спайдер из тумана. Вынул дрыну из кармана. Буду резать, буду бить. Все равно врагам хана. Окей. Там еще противничек сейчас вот где-то вот здесь вот еще. Да, то есть 8 мехов против наших 4. Ну, главное, где наш не пропадало? Будем разбираться сейчас. У них с бронькой все плохо, у нас с бронькой пока еще все хорошо. Но это недолго продлится, опять же. Команда. Так, Туск, встань в лесочек. Посмотри, пожалуйста, на Ханча. И ничего не делай, да? Потому что, ну, потому что... Не дай бог. Не дай бог. Просто не да бог. А тут танковать мы ему можем, да? Сейчас мангусту могу оторвать все. Мангуст, прокинь, пожалуйста, нормальную инициативу на следующий ход. Так, сейчас еще вас побежит, вас стреляет. Сволочь. Ненавижу тебя. Да, фон Кобра молодец. Фон Кобра красавчик. Что можем сделать? Меня сейчас больше волнует Ханч нас. Да, поэтому я по Ханчу отстреливаюсь опять всем. Да, 48 хитов, там брони практически не осталось. Но кого это парит вообще? И убегаю в кусты мангустом. Так, противник. Кто из противников сейчас будет ходить? Смотрим. Бежит у нас в атаку. В рукопашную Оверс. Ну, беги. Не получилось. Что-то пошло не так. Ну, еще с мелкого лазер добавляет. Так, а Уинсон хорошо, это дженнер, но это не простой дженнер, да? Это получается у нас дженнер... Омни, это Омни дженнер. Так, по Ханчу, 13, 4, да? Я могу отработать по Ханчу и никого сейчас при этом не убить. А почему пулемет стреляет? Я же их отключил вроде бы как. Ну, одно попадание из пулемета есть. Один хит мы сносим Ханчу. Ну, как это, 10 бабушек рубь. Вас пошел в рукопашку. Зачем? Ну, попал. 16 хитов снес. Молодец. Вспоминается старая ДНДшная шутка про то, как и ты, Брут, сказал Цезарь, списал себя 4 хита и убил ублюдка Бастарда. Вот. Так, ракеты в спину нашему локусту летят. К счастью, все мимо. Ханчбэк не должен стрелять больше. Да. 20-ю автопушку мы уничтожили, то есть мы минусанули самый опасный ствол, и теперь просто можем отвалить в кусты. Вот, а дальше уже, в общем, особой опасности он не представляет, да и все здесь мехи опасности особо не представляют. Ладно, хэтчбэк мы минусанули, у него 3 никаких ствола, по-моему, 1 мет у него получается, да, и 2 шмаля, судя по этим самым. Ну, не факт, не помню. Честно скажу, я не помню, не знаю этого конфига. Так, забегает спайдер драться. Ну давай, бей меня. Ломай меня полностью, молодец. Даже это у тебя не получилось. Опа. Не нравится мне то, что сейчас вот этот вот спайдер взял и по мне отстрелялся. Спайдера тоже надо гасить. Ну, у него просто 2 баллистика, которые еще стреляют... Ну, там вряд ли бумсики-то будут. Да, у него тупо 2 баллистика, которые стреляют в рукопашки. Страшно. Ну, вот эти ребята подтянулись. Ладно. Кракен, по кому можно стреляться? Она может стреляться по Оуэнсу 29 и 57 сюда. Еще одну рокет 20 добавим, лови. Нормально.
Сейчас еще приляжет, походу. Да. Паникуй, я не против. Так, одну ракетную установку мы происпользовали. Так, пойдем за холмик. Встает парниша. Ну, с бронькой у него совсем труба, да? То есть у него осталось там где-то, наверное, десятка-полтора, а то, может быть, и меньше в руке. Со всех остальных локаций у него броня содрана. Молодец. А, помогает он и со спайдером тоже разобраться. Так и надо. Фон Кобра у нас может отстреляться по васпу. Отстреливается. Пускай отстреливает. Мы в структуре. Ой, что у него еще и с ногой стало. Так, ну, васп тоже частично свою боеспособность теряет. Вот так вот мы поставим нашего мангуста. Загоним его в лесок. В следующем у нас будет ходить Апекс. Апекса я хочу. Хочу ли я? Могу ли я? Магнолия! Да, простите за старый несмешной анекдот, но я не могу без старых несмешных анекдотов. Так, что бы здесь сделать-то? Блин, мне бы вот по вот этой дряни бы пострелять и не подставиться бы еще. А, нет, я буду по другой дряни стрелять и подставлюсь. Так, Овенс, что с шансами попадания? Спросить. Не, ну окей, базара нет, погнали. Но сейчас пулеметы половят криты. А, криты не поймали, конечно, но пилот немножечко напуган. То, что он выпрыгнет, правда, мне сейчас никакого профита не даст. Просто потому, что у меня лута никакого нет. А ханчи бы хотел. Валькирия индиректно шарашит, два раза попадает, 8 хитов сносит с мангуста. Мангусту это не нравится, потому что там, в принципе, брони нет. Не настолько нет, насколько ее нет на локусте, а локусту сейчас еще будет доставаться, потому что кто-то срань еще пойдет. Вот, и сделает мне совсем неприятно. Да, вот сейчас наверняка будет ходить спайдер. Сейчас у него вот эти пушки попадут, сейчас наверняка сделает кому-нибудь плохо, а вот этот требушет нужно из-под огня выводить и отстреливаться ракетами прямо по спайдеру. Нет. Не он. Может быть, сейчас будет ходить туск, и туск зайдет и убьет. А, вот, нет, расстреляли. Да, вот, пожалуйста, 40 дамажки в спину. Серьезно. Так, Кракен стоит так, что может стрелять Овенсу в спину. И давайте стрельнем Овенсу в спину. И добавим еще одну 20-ствольную ракетную установку. Огонь! Там сейчас все будет очень плохо. Внутренности очень сильно страдают. Пациенту стало легче, он перестал дышать. Вот так вот мы заедем. А спайдер у нас не двигался. Поэтому сейчас пойдет туск. Тут зайдет ему в борт и завалит убьет. Так, здесь у нас пантера 5Т. Что такое 5Т? Я опять же не помню. Васп, ты куда? Ты куда? Что хочешь сделать? Что ты там придумал? Что ты придумал, гад? Задолбали вы меня. Ну, а теперь туск, да? Туск у нас должен сделать все, чтобы вот это падла, а вот это падла должна умереть. Все, мы в структуре, полетели куски. Отлетело все, что можно. А, там спайк, брейк, болл. Все, пилот катапультировался. Хорошо постреляли. Великолепно, сколько разных критов, сколько всего там покалечено. Так, оживший ханчбэк, он еще смог 14 хитов внести. Влить в нашего локуста. Локуст это не любит. Бам. Кто стрелял? Кто сказал мяу? Пантер сказал мяу, да? Да, пантер 5Т с баллистикой. Окей. Поехал пиратский Саладин. Ротарка там, походу, какая-то мелкая стоит. Ротари ЛБХ. Что? Или может пара ЛБХ просто? Предположения, они такие. Фон Кобра сбегает, и сейчас будет этого парня пытаться выкинуть из кабины. Так, там еще боеприпасы, походу, да? А чё он не выходит из своего аппарата? Всем выйти из сумрака, блин. Локуст. Давай по пантере. Все попадает. Вы смотрите, как хорошо зашло.
толку от этого, правда, немножечко маловато. Ладно, наш тренч-бакет, наш боевой тренч-бакет, мы сейчас как-нибудь загоним вот так. А чтобы противнику было максимально неудобно по нему стрелять. 51-38. Окей, вот так. Лови. Ну, два хитсинка оторвали, ему это абсолютно не критично, да? То есть пушечка осталась живая, у нас остается еще одна пусковая ракета. Дальше у нас уже два химических лазера. То есть альф-страйк каждый ход. Валькирия прыгает, в трибушета неплохо втаскивает. Ладно. Yes, command. Здесь у нас еще остался Васп. А дайте-ка я ему просто, не знаю, с ноги наверну, а? On my way. Промазал. Ну потому что с руки, я просил с ноги. Не вошло. Чё дальше? Кто дальше? Где дальше? Васп пошел и делает бабах. На 20 китов попадает в трибушета. Неужели затыркает? Это я шучу так, конечно. Такой юмор мне всё. Странно. А вот у пантеры совершенно не юморное настроение. Кажется, локустом я немножечко охренел. Ладно, сейчас под огня его будем выводить и заводить сюда второй трибушет. Дайте уже ходить-то. Я играть хочу. Компьютер, хватит думать. Все равно ничего хорошего не придумаешь, шансов у тебя нет. Пиратский Саладин отъехал, стрелять не будет. Ой, ханчбэк. Ханчбэк, ему еще есть из чего делать бабах. Молодец. Сейчас мангуста до перегрева доведет. Yes, commander. On my way. Double time. Смотрите, я отключаю пулемет. И сейчас и делаю пыщ. Не, пулемет сейчас не стреляли, это хорошо. Вас бы не убил, это плохо. Перегреваемся! Нет! Все. Все, 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 прощай. До свидания. И сваливаем просто в самый угол, чтобы, не дай бог. Следующий ход мы им стрелять, естественно, не будем. Я, может быть, и постреляем, но не из всего вооружения. 4 средних лазера. Ух! Мама! Повезло. Повезло. Отскочил. Так, 44,57. 44,57. Да, по пантере. И последнюю нашу ракетную установку. Хорошо, 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 классно! Но по эффекту не совсем. Хотелось бы эффект немножечко поэффектнее. Простите за мой французский. Окей, сбегаем за холмик. Будем сбивать противнику точно с таким образом. Ох, пантера аж напрыгает, стрелять не будет. Потому что, по-моему, некуда. Запрыгнула она так, что вообще ни один из моих мехов не находится в фаер-арке этого меха. Еще один прыгает. А просто потому, что может. Куда-то упрыгал так, что его даже не видно. Ну, давайте с шестыми СРМ. Бам! Еще один прилег. Ну, пойдем танковать, чё ж там. 13-я фаза. Вот, туском сейчас танковать можно, потому что брони мы на него повесили просто сверх меры, ну, чтобы хоть как-то забить. Остреляли дробовички, все, мимо. Подождите, сейчас мы вам еще к вам мы сейчас еще вернемся.
Великолепно. Следующий ход 20-й фазы. Кто будет ходить первым? Не мы. Потому что, да, у нас Фон Кобра и Апекс, они в 18-й фазе. То есть кто-то сейчас получит... Вот, но явно не вот эта вот штука. Так, Валькирия. Давай. Попадает. Зажигает еще. Зажигалочка. Так, мангустом мы сюда прибежим. Наверное, зря мы сюда прибежали, да? А вот если мы вот так сделаем, мы достаточно остынем? Да, достаточно остынем. Давай, Эдгар, лови. Поймал один лазер. Не сдохнем теперь. Так. Привет. Прицелимся просто в центр торса, добавим пулеметы. И, наверное, все. Все. Еще один врага кусок отъезжает. Так, Heavy MRM-30, поехали, Валькирии, лови. Получаю кучу ракет, скрывается внутренняя структура. Прыгать теперь будет чуть хуже. Ну и немножечко хитсингов там поотрываем и спрячемся от тебя за холмик, например, да, чтобы... Посмотрим, мангуста боязно немного. Так, Кракена на передовую теперь, да, можно выгнать. Правда, с оружием у нас все не так хорошо, и 30 выстрелов всего осталось. Но, надеюсь, нам хватит огонь. Блин, обидно. Сейчас вот любое попадание ему в борт, и что-нибудь бы от него отлетело. Но, видимо, на следующий ход. Хорошо. Есть попадание по мангусту, но держит пока. Пантерка прыгает. И 54 хита в трибушет. И еще пытается его огнеметами накрыть. Ай-яй-яй-яй. 64, 51, 51, 64 по Саладину. Блин. А хочется-то по Пантере. Ну ладно, если хочется, не будем себе в этом отказывать. Окей. Ладно. Сбежим. Пятьдесят процентов по Валькирии Нана. Структурки будут ли криты, критов, естественно, не будет. Зато в обраточку сейчас как насыпят. Хотя полностью 4 шеврома, да, это максимум, что мы можем получить при текущем пайлотинге. Прыгает Валькирия. Стреляет. Индиректом накидывает по 5 СП, 5 хитов наносит. Нормально. Ладно. Пойдем танковать пушком. Можно убить Саладина, можно убить Пантеру. Я хочу убить Пантеру. Но я не могу убить Пантеру. Флюид ган ей оторвал, и все, да, то есть как бы не ту ручку, видимо. А баллистик закритован. Ну ладно. Промахивается Дж. Эдгар. Наверное, у него были шансы попасть еще и по своему, но опять же, это не точно. Так, выходим. Вот так вот мы левой стороной встанем сюда. 85 и 75 по Саладину, по Валькирии 44-51. Надо добивать. Добил. Ну, нормально, нормально. Я доволен. Так, Фон Кобра. Фон Кобра обязательно в лесок какой-нибудь надо забежать. Да, теперь можно прицелиться и сделать пыщ. Попал.
Смотрите. Ладно, надеюсь, сюрпризов не будет. Сейчас мы этих ребят допинаем. Ага, по 5С опять отстреливается. Можно. Там бронит еще дофига. Так, Кракен идет вперед. Надо было, наверное, выстрелить сначала. Сладин, лови. Поймал. В структуре. Охреневший локус. Что ж ты делаешь-то? Критует движок Валькирии. Неплохо. Прощай, Валькирия. Ну ладно. Не хочет Валькирия с нами прощаться. А то Локус-то, конечно, капитально сейчас подставил. Ну, с другой стороны, он в лесочке стоит. И 4 шеврона. Эдгар что-то хитрое сделал. Но меня устраивает. Думай быстрее, думай быстрее, думай еще быстрее, еще быстрее. Окей, годится. Understood. Moving fast. Опс. Что-то сломалось. Так, критов не было, но это уже не важно, да? Отбегаем. Так, Кракен. Что у него? Огонь. Критов не было. Там пилот уже у противника паникует. Ну и шутки с ним. Так. Окей, и Туск. А Туск может зайти сюда, и, наверное, даже вообще мы можем сделать. Хоп, вот так попробовать, да? Вот так вот мы сделаем, да. Пойдем наступим. Давай, 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 теперь вот ногой. Оп! Окей. No luck, just skill, да-да. Двадцать хитов с локуст. У локуста почти половина брони нет. Да, я заметил. Сейчас еще Эдгар вломит. Локусту. Главное, чтобы оружие не оторвали на самом деле. Все остальное более-менее там заменяемо. Оружия у меня просто нет. Не стал Эдгар трогать локуста. А почему у него патроны, что ли, кончились? Нет, не кончились. Сейчас на 50 норм. Ладно. Не хочет, значит, не хочет. Что, сейчас спорить, что ли, буду? Не, хватит на все. Поехали. Умри. Умри! Не, решил не умирать. Пишет, что 4 крови. Нормас. Потому что там 3 критов на самом деле в отделении для экипажа достаточно для того, чтобы уничтожить любую технику. Ну, таковы правила настолки, а здесь правила от настолки, в общем-то, максимально не отличаются. Окей, бежим. Догонять огонь! Великолепно. Землю прожгли. Землю прожгли насквозь, наверное, просто. Легче от этого не стало. А фон Кобра. Будет ли фон Кобра у нас набегать? Будет.
Будет ли у нас Апекс набегать? Будет. Только в лес. Прицелились. Огонь. Да, попали внутрь, повредили ножку, уронили. И пилот выпрыгивает. На этом мы говорим пока-пока! И прощаемся с вражескими силами. Миссия закончена, мы победили, мы молодцы, мы срубили бабла. Жалко, лут не будет. $811,870 бонус, естественно, за то, что мы вынесли лишний выводок бандитов, нам не дадут. Ладно, что нам достанется в качестве 105-й кора, это деньги, тоже хорошо. $12,027,000 вполне себе вменяемо. Сейчас мы еще денежки заплатим, пока будем перевооружаться. Сразу идем в магазин, продаем эту несчастную кору 105-ю. СРМ-6 не будем. Не будем. Пока все оставим. АЦ-20 у нас есть. Вот АЦ-20 было бы, наверное, тоже прикольно куда-нибудь поставить. Но пока откровенно некуда. Так, отлично, у нас негде было посмотреть киношку, и, соответственно, Апекс у нас лоу-спирит получает на 14 дней. И смотрите, что у нас получается, у нас есть возможность высадиться еще один раз, перед финансовым отчетом, и это классно. Потому что сейчас мы срубим еще немножечко бабла и еще немножечко лута. Но, судя по времени, то, что у нас следующая выставка может затянуться минут на 30-40, получится слишком долгая серия, сделаем мы еще это в следующий раз. Так что, ребят, давайте будем уже прощаться. На самом деле, уже совсем скоро мы увидимся снова. И большая просьба, понравилось видео, поставь лайк. Не понравилось видео, поставь дизлайк. Есть какие-то комментарии, пожелания, предложения, пожалуйста, в комментариях пишите. Ну, те, кто у нас здесь постоянно, они знают, отвечаю практически на все, как только появляется свободное время. Вот. Ну, если есть желание общаться с нами где-то за пределами Ютуба, ну, опять же, есть ссылочки на классный паблик ВКонтакте, посвященный исключительно моду RogueTag. Есть ссылочки на наш чатик в Телеграме, на нашу страничку ВКонтакте и на наш сервер Discord. Давайте общаться. Общаться мы любим. Как это? Любим и умеем, да, назовем это так. Вот. На самом деле, всем хорошего настроения, друзья. Скоро встретимся. Для вас работал Фигинг, канал Фигакс. RogueTag рулит. Пока-пока.